надо было так умудриться, вот так вот поймать, да? Конечно. Ты знал бы, где ты ее найти? Ты нашел. Ну, это на переправе, где вот у вас ручья. Да. Там порвались два УАЗика. Я точно. Там неглубоко. И сейчас мы находимся на такой а-ля канадской просеке. Будем катать ее, взрывать. Сделаем тут полянку. Небольшие проблемы у Ивана. Иван, покажи небольшую проблему. Вот эта штука воткнулась ему в колесо. Это же надо, это острая, кстати. Надо, и нашел ее здесь, а? Ну, так... Здесь ни одной коряги нету. Это на ручье, это не здесь, он въехал мне сюда дорогу. Ой, да ладно. Надо попробовать сейчас. А сейчас состоится знаменитый АТВ-баттл между Тюниным на четвертом лифте Ренегатом и Тюниной на никаком лифте Ямахой. Да. Знаменитый АТВ-баттл между родоначальниками АТВ-клуба Нортвей. Вот, все по-честному. Да, Лёв? Да, конечно. Твое бесстрашие приравнивается к моему четвертому лифту. Вот, и сейчас мы посмотрим, кто едет дальше. И у меня еще есть чемпион мира. Подойди сюда. У меня еще есть в резерве чемпион мира. Толкач 2017. Призер квадроспора 3. Золотая медаль. Это великий дедуля, престарелый мачо. Дедуля, бабуля. Призер золотой медали. Олег, великий толкач. Трижды орденопросец. Самый пошлый член ТВ-клуба Нортвей, это Олег. И еще у нас сегодня будет выступать Петр. Малыш. Покажи. Его малыш. Малыш, да. Малыш. Уже проваливается. Нет, подожди. Там слова не давали, подожди. Зрителям пока слова не давали. Итак, начинается легендарный болотный квадрозамес. Вперед! Это что, все? Петр первый. Опачки! Ща на старте. Нас рать. Хорошо с перепоем.
все встряли. Березка тебе в помощь. Ну да. За кого зацепиться? Да. Он мешает, туда не пройдет. Вон. Здесь долгий разворот. Ну да. Маха идет на помощь BRP. Видится, видел.
дружественная Yamaha вытащила дружественного Ренегата. Без Yamaha нет жизни на болоте. Вот так мы с Лехой скажем. Лассо, давай, закидывай. Леха, отъехай чуть-чуть, а то... ТВ-парт занимается обслуживанием квадроцикла. Я говорю, даже здесь ТВ-парт занимается обслуживанием квадроцикла. Никуда не лезет. А где там Иван? Иван Олегенко. Да? Как батут. Охренеть. Я стою, да? Я стою на коленях. Прикиньте, здесь квадры ехали. Здесь квадры? Ну, вот это место сбора. Вот тут. Подожди, блин. Вон точка стоит, центр. Вот, потом мы там разворачивались, да? Блин, блядь. Я провалился. Доставайте его. За березу цепляйся! На квадре? Да. Лех, ковровое болото. Я первый сек вытаскиваю.
Если отдохнешь. Назад, наверное, надо сдать. Вот Леха уже съездил до лужи и обратно. Назад лучше. Опять на выручку пришел Леха. Атом отвечает. Чип и Дейл спешат на помощь. А назад сможешь, да? Назад не вариант. Олежка, надо толкнуть еще. Да, понимаешь? Конечно. А я второй камок. О, хорошо засадили, а? Красиво. Да, еще. Смотри, какая глубина. Да, хорошая.
снимай нормальный квадроцикл. Смотри, как красиво его. Задом. Большие колеса и большой